Всем привет! Ну, вы уже поняли, да? Уже поняли, и в комментариях меня просили показать пластинки группы R.E.M. Может быть, вы подумали, что я оговорился, и меня просили рассказать про пластинки группы R.E.M. Ну, те, кто давно смотрит мои ролики, знают, что я не рассказываю вообще про пластинки. Практически ничего. Я просто высказываю свое мнение о той или определенной пластинке и показываю их. Если мое мнение кому-то интересно, то милости просим. Если не интересно, то наслаждайтесь мнениями других музыкальных обозревателей. Потому что ничего, кроме собственного мнения, ни один музыкальный обозреватель не высказывает. Ну, так получается. Некоторые это делают так убедительно, что кажется, что это не их собственное мнение, а действительно истина какая-то. Но поверьте мне, с высоты своего непререкаемого авторитета, гигантского опыта и умопомрачительного возраста, я говорю, что каждый музыкальный критик и музыкальный обозреватель ориентируется только на свое собственное мнение, особенно то, что написано в интернете. Я с этим много раз сталкивался, поэтому я свое мнение скажу. Так вот, R.E.M. – последняя пластинка группы. 2011 год, если меня не изменяет память, да, ну, я не вижу, да, где-то, да, 11 или не один, да, 11, да, действительно, я помню еще, руки-то помнят, помните советское кино такое, помнят руки-то с напильником, да, руки помнят, да, голова тоже, ну, ничего, последний альбом, почему я начал с последнего альбома, я не знаю, потому что у группы R.E.M. все пластинки хорошие, их, кажется, всего 15. Может быть, я ошибаюсь, может быть, меньше, но они мне нравятся все. Вот так бывает. Хотя, казалось бы, чему там нравится? Ну вот чему? Звука, собственно, группа не изобрела. Согласитесь, звук вполне традиционный, вполне такой обычный звук рок-группы американской. Вокал, ну, к вокалу мы привыкли. Вокал мне нравится этот. И нравится именно тем, что это не вокал-вокал, а это такой голос советского младшего научного сотрудника, у которого болит печень после новогодней вечеринки в НИИ. Вот примерно так, мне кажется, такой голос здесь. Но, тем не менее, все очень красиво, очень здорово. И не оторваться, и все альбомы нравятся, и не скажу, что все песни мне нравятся. Если говорить об альбомах, то да. Некоторые песни лучше, некоторые хуже, некоторые мне вовсе не нравятся. Но, тем не менее, все пластинки с удовольствием я слушаю от начала до конца. А та песня, которая не нравится, я просто, ну, принимаю как данность. Значит, я просто ее не догоняю. Песня, наверное, хорошая, но не догоняю. А вот на этом альбоме мне нравится абсолютно все. Он настолько убедителен, настолько просто от начала до конца невероятен по музыке, по песням. Кстати, вот я прочитал рецензию в интернете одного музыкального критика, с которой я соглашусь. Вот пластинка Out of Time, которую все знают, все любят, благодаря Losing My Religion. Конечно, да, помним все. Так вот, он назвал эту пластинку сборником хитов. Как же там написал человек, что это, в общем, альбом, но, с другой стороны, как будто это greatest hits, неизданных ранее хитов. Ну, это так и есть, да. Это я про него отдельно потом поговорю. А вот что касается Collapse Into Now, вот этот самый, он весь состоит из хитов. Ну, я не люблю слово хит, но тем для упрощения беседы. Весь состоит из прекрасных песен, каждый из которых самодостаточно. Но он не кажется сборником прекрасных песен. Он кажется почти концептуальным альбомом. И никто не подозревал, что это последний альбом группы R.E.M., потому что она на таком взлете находилась. Это не первый взлет. У нее было несколько периодов серьезных взлетов, таких могучих. Потом чуть-чуть, даже не спад, а такой период покоя. Да, потом опять бабах, такой взлет. Хотя, опять-таки, я повторюсь, казалось бы, чего такого?
музыка достаточно традиционная, звучание тоже достаточно традиционное, очень хорошее, очень проработанное. Но никаких новаций, да, это вам не Radiohead, которые боготворили R.E.M. и играли вместе с ними концерты, разогревали R.E.M. и очень дружили, относились к R.E.M. как, не то что как к наставникам, но как к очень авторитетным, уважаемым, отличным музыкантам, музыка которых очень нравилась. Так вот, те изобрели свое звучание, эти нет. Но почему они так прошибают? Талант, что скажет талант. И то, о чем я говорил много раз, это вот, это то, что внутри. То, что внутри, и то, что высказывается через музыку. И вот когда эта штука есть, это все пробивает. И больше ничего не нужно. Вот, короче говоря, Collapse Into Now. С чего начать? Здесь все хорошо. Ну, я начну с песни «Аллигатор Авиатор». Такая вкладочка. Все в порядке, все имеет место. «Аллигатор Авиатор», «Автопилот», «Антиметр». Песня меня сразила наповал, когда я услышал ее впервые. Такое ощущение, что в группу Sex Pistols вместо Джонни Роттена взяли Пола Маккартни. И вместе они написали вот эту песню. В общем, такое ощущение, да, что вот Sex Pistols играет под управлением Пола Маккартни. Гармония абсолютно. Вот если бы ее сыграл и спел Маккартни на каком-нибудь сольнике, все сказали бы, да, что эта песня Пола Маккартни вполне характерная, вполне убедительная. Если бы ее сыграла группа Sex Pistols, все бы сказали, ох, чистый Sex Pistols, настоящий панк-рок, но очень мелодически проработанный и гармонически расширенный. Как это ребята постарались и усложнили свои гармонии. То есть вот Sex Pistols с Полом Маккартни. Очень круто звучит. Одна из просто... Один из боевиков на альбоме, можно так сказать. Ну, первая песня. Discoverer. Конечно, бронебойный торжественный рок. Торжественный гитарный американский тяжеленный рок, практически хард-рок, но бодрый, быстрый, светлый, яркий, со звенящими гитарами, с духовой секцией, которая утоплена куда-то там внутрь, так что ее там почти не разобрать, но тем не менее очень плотно все. All the Best, продолжение Discoverer, еще более тяжелая, бодрая, жесткая песня, то есть энергия прет из группы просто через край, бьет фонтаном. Почему они прекратили свое существование, это их личное дело, но музыка не говорит об этом ничего. Потому что такая бодрость, такая свежесть, как будто это не первый альбом группы, а как будто это, ну, скажем так, четвертый. Когда уже набрались сил и дали изо всех стволов залп. Юберлин. Прекрасная вещь, узнаем сразу традиционное звучание R.E.M. с отличной акустической гитарой, с рифом, сыгранным на акустической гитаре, повторяющимся таким. В YouTube есть подсказочка, как его играть. Его играть очень просто, все очень красиво и печально. И ты летишь над Берлином, я обожаю этот город, это... В моей табеле о рангах, если говорить о городах, это город номер 2, наверное. Москва находится на 4-м месте, кстати, у меня. Санкт-Петербург на 1-м. Номер 2 – это Берлин. Обожаю этот город, и, конечно, эта песня меня пробивает постоянно. И как метеорит я лечу вместе со звездами над Берлином. 5 остановок на метро. Ну, как здесь спето. Очень трепетно, очень по-человечески, очень интимно и очень музыкально. И отлично, отличный тембр голоса, вот этот самый, про который я сказал в начале, и он уже кажется родным совершенно. Ну, про «Oh My Heart» вообще говорить нечего. Это настолько душевная, раздирающая песня. То, на что R.E.M. большие мастера всегда были. Начиная там с «Losing My Religion». И это как бы продолжение вот этой душераздирающей лирики. Абсолютно. Но
не все так раздирать дальше. «It Happened Today» с Эдди Ведером, который поет здесь тоже. Мой любимый музыкант, вокалист и композитор. С грандиозным финалом, когда все поют. И так это душевно, и так это рок-н-ролльно, но медленно, тем не менее. Но по-настоящему очень, очень мужественная группа. А вот удивительная песня «Every Day Is Used to Win», она меня просто поставила в тупик. Потому что она столь хороша, с простецкой гармонией, совершенно простецкой. Опять-таки с гитарным рификом в начале, таким запоминающимся и очень простым на акустической гитаре. И она такая удивительно, удивительно какая-то идеальная. Это просто идеальная песня, и она находится на грани, буквально на грани какой-то такой самой отвратительной попсы. Но она эту грань не переходит, и поэтому является, ну, одной из пиковых точек, наверное, музыкальности R.E.M. И вот совсем чуть-чуть, если бы в аранжировке что-то изменить и как-то ее немножко ужесточить, попрямее ее сделать, попрямее ее спеть другим вокалистом, каким-нибудь таким вокалистом-вокалистом. Вот если бы ее спел вокалист-вокалист, как многие любят, там, Ронни Джеймса Дио, например, многие любят. Вот этот прямой, бездушный, абсолютно безэмоциональный вокал. То есть крик и вот «а-а-а-а» – это не эмоции, это просто крик и «а-а-а-а». Вот таким плоским голосом, если зафигачить, это была бы такая попса, под которую, вот как здесь, «Хей, хей, хей, хей» в конце. И вот девочки-менеджеры среднего звена, там офис-менеджеры с надутыми губами, с ресницами, с патриарших прудов, они бы все «Хей, хей» вот млели бы на концертах, так с поднятыми зажигалками там или с чем-нибудь еще. «Хей, хей». И была бы такая пошлятина жуткая, что смотреть бы было тошно на это. Но эта грань не перейдена группой R.E.M. Все сделано настолько тонко, что эта песня, она просто парализует своей красотой. Меня лично. Я не знаю, как вас. Меня парализует. Я впадаю в кому, слушаю ее, потом ставлю ее снова, слушаю еще раз. Не плачу, потому что я уже большой. Был бы я помладше, я бы, наверное, плакал. Такая она хорошая. Но она позитивная, потому что every day is used to win. Каждый твой день будет победой. Что бы с тобой ни происходило. Ты победишь, парень. Все будет здорово. Но на этом слезы вытекли, уже все закончилось. Mine smell like honey. Безумный ракешник на второй стороне опять. Опять мы приходим к рок-н-роллу. Группа R.E.M. всегда играла настоящий рок-н-ролл, чем они и хороши. При этом они очень музыкальные и очень по-хорошему традиционные. По-хорошему. «Walk It Back» – это уже не слезы, как было на первой стороне на трех песнях «You Berlin», «Oh My Heart» и, собственно говоря, «Every Day Is Used to Win». Это не слезы, это просто задумчивая, светлая печаль без меланхолии. Вот что я скажу. Ну, «Аллигатор», «Авиатор», «Автопилот», «Антиматор» я уже говорил, что это Sex Pistols вместе с Полом Маккартни. То же самое продолжается на «That Someone Is You». Это уже не Sex Pistols с Маккартни, это скорее группа «Джем» с кем-нибудь тоже. Хотя и без кого-нибудь, с R.E.M. вместе, вот. Тоже бодро, здорово, почти панк-рок, хороший, настоящий, но очень умный такой. «Мимо Марлон Брандо», «Марлон Брандо and I». Уходим опять в размышления. И что-то уже закрадывается мысль какая-то, что, может быть, это что-то, какое-то прощание, может быть. Но пока еще нет. А вот дальше идет «Blue». И уже понимаешь, что, может быть, это да, может быть, это ребята попрощались с нами. Ленни Кей играет на гитаре, Патти Смит поет, и торжественная
штука, гитара уходит, начинается фортепиано, потом появляется снова гитара ревущая, и все ревет, и медленно исчезает. Исчезает, 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 и я исчезаю, пойду пить. R.E.M. Collapse into Now. Пока.